Продолжается обсуждение актуализации стратегии развития Нижегородской области. Первоначальная стратегия была разработана по инициативе губернатора Глеба Никитина в 2018 году. 5 лет назад в обсуждении приняли участие более 500 000 человек, но сейчас стратегия требует обновления. И сейчас обсуждение проходит в районах области, сегодня обсуждение проходило в Варнавинском. Наиболее, на мой взгляд, серьезная проблема, которая стоит перед всеми отраслями, это прежде всего кадровая проблема. Наша группа предложила продолжить работу по закреплению специалистов на селе. Это и образование, и культура, и здравоохранение, и управленческие кадры. Для этого мы предложили реанимировать программу меры социальной поддержки молодых специалистов. Я бы отметил два направления. Это газификация района и строительство в райцентре у нас здесь очистных сооружений. Мы единственный район нашей Нижегородской области, который не имеет очистных сооружений. Я уверен, что часть этих проектов будет реализована. Какая, ответят сами жители, потому что то, что сегодня происходит, это только первый этап. В течение августа и до августа у нас будет активная встреча с населением, как раз когда основные из поднятых сегодня тем мы будем с людьми обсуждать. И я думаю, что та часть из них, которая будет людьми поддержана, будет как раз нами предложена Глебу Сергеевичу Никитину. И в итоге на нашем областном региональном форуме, я думаю, что основная часть всех этих предложений, которые будут поддержаны людьми, лягут как раз в основу тех дополнений к нашей основной стратегии развития.